Привет всем, а мы сегодня приехали на водопад Палау. Вот нам на эту гору сейчас подняться надо, на самый верх надо будет. Перед тем, как подниматься на гору, нужно покушать. Чего нет? Сейчас риса возьмем за 30 бат. Покушаем и пойдем в гору. Может, еще курочки поедим. Мы сейчас прямо у подножия этого водопада. Тут много порогов, не помню сколько там, 10, 13. Я хочу добраться хотя бы до середины сегодня. Это первая ступень водопада. Прекрасно. 150 метров до второго левела. До сюда мы доходили в прошлый раз. Ссылку на прошлое видео скину в описании. Как обычно я это делаю. Но вообще сюда нужно одевать кроссовки по-любому. А не в сланцах идти, как я. Ну, пойдем посмотрим, сколько мы пройдем сегодня. По настоящим джунглям. Джунгли. Будем брать вершину. Будем брать вершину. Чтобы у нас второй левел. Чтоб что у нас? Будда посетил. Будда? Там же это наша. Вот он, первый маленький порог, до которого мы дошли. Куча бабочек. Какое необычное дерево нашли. Видите? Им можно бурить скважины. Наша цель — добраться как можно выше, хотя бы до пятого. Или 7-го левела. Мы добрались до 4-го левела. На 4-м левеле водопад уже больше. Кайф. А это всего лишь 4-й уровень. Чем дальше, тем водопад круче. А мы пошли выше. О, смотрите, 5-й уровень сюда. Верно идем. Это 4-й порог. Двигаемся дальше. Мокрый уже. Ползем почти вертикально, да? Мы 5-й левел, уже час ползем. Вот. Мы дошли, да? Почти вершины. Мы около 2 часов поднимались. И дошли до водопада. До какой-то ступени. Но мы пошли обратно. Что уже, блин, скоро вечер. Это просто ад. Не ходите сюда никогда гулять. Сотовой связи тут тоже нет нифига. Так что инстаграмить буду позже, насколько здесь круто. А мы подходим к водопаду. К очередному. Двигаемся. Вот здесь водопад, я надеюсь, это уже 5-й уровень. Я очень на это надеюсь. Мы добрались до 5-го порога. Вон мама сидит прямо. Мы нашли дорогу обратно. Переходим в водопад. И
следующее видео я буду снимать уже на новую GoPro, которую придется купить теперь. Просто убил GoPro, только что поскользнулся и водопад, кирдык. Так что все, мы идем обратно. Мы дошли до дороги, до тропы, до нормальной, а не лесной, через которую мы перли. Надо было всегда идти вдоль водопада. И что сказать могу? Не ходите сюда никогда. Это гиблое место. То, что мы живые, сейчас идем, это фартануло. Все. Это был водопад Палау. Маленькое короткое видео наших впечатлений. Вы знаете, что надо делать. Все, всем пока.